Красноармейский район богат талантливыми людьми. Звание «Почетный гражданин» удостоились народный поэт Чувашии Юрий Семендер, участник Великой Отечественной войны, бывший заместитель председателя райисполкома Михаил Прохоров и посмертно народный художник Чувашии Элли Юрьев. В завершении награждения глава Чувашии добавил, люди неоднократно обращались с просьбой о праздновании дня рождения Элли Юрьева в масштабах республики. Эту инициативу Михаил Игнатьев поддержал. В один год, когда вот юбилейная дата в ближайшее время будет, мы по указу главы Чувашской республики будем отмечать день рождения Элли Юрьева, потому что государственный герб и государственный флаг изобрел он является автором. Кто вот это решение поддержит, я прошу аплодисментами подтвердить. Очень значимое заявление главы по этому поводу. 2016 год – это год юбилейный для Ильи Михайловича Юрьева. Ему исполнилось бы 80 лет, но я думаю, он как был вот молодым, остался, так и он остается, потому что на каждом шагу мы видим его труды. Даже вот здесь вот мы только проехали, решетки – это его. Но герб и флаг, что говорить об этом? Это символы, по которым нас узнают, нашу Чувашию родную, на всем земном шаре. Напомним, в начале 90-х годов прошлого века, вслед за принятием декларации о государственном суверенитете Чувашской республики, встал вопрос о пересмотре символики. Конкурс на лучший проект герба и флага продолжался 2 года. Победили в нем эскизы художника-геральдиста Элли Юрьева. Он, кстати, был первым в России, кто решился использовать национальный орнамент не в качестве декоративных элементов, а как самостоятельные геральдические символы. Древо жизни и солярные звезды из чувашской вышивки легли и на полотнище нашего флага. Элли Юрьев, автор гербов и многих других муниципальных образований Чувашии. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.